Где хозяин вот этого? Я. Можно, пожалуйста, ваши данные? Фамилия, имя, отчество и номер телефона. Как? Можно ваши данные вот по этому автомобилю? 894. Так, а автомобиль и номер? Это что у вас был? Это ваш, да, машина? Просто чтобы с вами дознаватель связался. Ну, дознаватель не знает, вы тушили здесь, мы Ниссан не дали. Да? Вот здесь вот. Так, К568. 568 ТК 198. Телефон 8 904 517 3681. Так, это что у вас? Александр. Q7 был. Был. Зато видим, как выглядит. Да. Так, ну что, друзья мои, буду говорить спокойно, без особых эмоций, но, как вы видите, снова сожгли автомашину, на которой я перемещался. И опять так совпало, что я болею. Ну, это можно было и понять, потому как я не делал никаких видео и так далее. Ну, вот так вот определенные лица, силы пытаются бороться с нашим таким неугомонным, друзья мои, желанием жить в нормальном городе, в чистом, хорошем, красивом. Я думаю, что здесь уже речь идет, то, что мы с вами здесь сегодня видим сейчас, речь идет уже, ну, не о каких-то простых там правоохранительных органах, друзья мои, а здесь уже четко и ясно, друзья мои, работать должно уже ФСБ. Я думаю, что мы к этому придем, по-другому абсолютно никак. Значит, у нас пострадало две соседних машины, припаркованные рядом. Ну, что здесь еще можно сказать? Сказать, в общем, больше нечего. Не дали поболеть. В общем, вот так вот. Естественно, друзья мои, для истории связываю я поджог опять машину исключительно с моей скромной деятельностью. По-другому абсолютно быть не может. Мы это прекрасно понимаем, что машины жгут нам просто-напросто постоянно.